11 апреля. Овен. Этот день как нельзя лучше подходит для физических нагрузок, активного отдыха, прогулок на свежем воздухе или покупок. Финансовое положение может несколько улучшиться, а вот излишняя мнительность может привести к недоразумениям в личной жизни. Телец. Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих обязанностей, не рассчитывайте на помощь друзей. А вот по отношению к близким стоит проявить терпимость. Близнецы. Один из самых благоприятных в коммерческом плане дней, когда возможна реализация всех идей, замыслов и начинаний, которые накопились за предыдущее время. Удачны все дела, даже рискованные. Рак. Ищите способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость. Возможности, которые вас ожидают, помогут выбраться из трудной ситуации. День благоприятен для наведения порядка в доме. Лев. Поездки и путешествия сегодня противопоказаны. Не занимайтесь ремонтом квартиры или благоустройством дачи, вероятные ошибки или травмы. Сегодня следует обратить внимание на приметы и тщательно проанализировать их. Дева. На первый взгляд выгодное предложение, несмотря на кажущуюся заманчивость, не принесет прибыли. Наоборот, сегодня вы рискуете потерять все сразу. Весы. Не верьте обещаниям и клятвам, не поддерживайте пустых бесед. В разговорах с начальством рекомендуется проявить твердость в отстаивании своего мнения. Скорпион. Пересмотрите отношения с партнерами. Возможно, что вам следует отказаться от предложенной или начатой работы. Вероятны головные боли на почве переутомления. Поэтому заранее спланируйте день, чередуя работу и отдых. Стрелец. Легкомысленные действия партнера могут стать причиной ссоры. Сегодня лучше постараться избежать скандала. В сфере профессиональных отношений старайтесь не выделяться и не взваливать на себя дополнительные нагрузки. Козерог. Вероятно, поступление денежных средств. Начальство вами довольно, возможно, даже предложение о более выгодной работе. Смело беритесь за нее, так как она принесет неплохой доход. Водолей. День перемен, который покажет вам, насколько в этом месяце изменится ваше положение во всех сферах жизни. Не теряйте даже малейшей возможности для реализации своих планов. Многое удастся решить именно сейчас. Рыбы. Используйте возросшее личное обаяние для восстановления отношений с близкими людьми и коллегами. Сегодня вы можете добиться успехов в индивидуальном творчестве. Это был Астропрогноз на 11 апреля. Прислушайтесь к советам звезд.